Всем привет! С вами проект Faberlic Online и старший национальный директор в открытом статусе Николай Андрейко и партнер в открытом статусе Антон Кононов. Директора проекта решили запустить марафон по контекстной рекламе. Расскажите, пожалуйста, что же это за марафон? Контекстная реклама – это одно из направлений, где можно развиваться. Только вот в прошлом марафоне мы с вами работали в социальных сетях, Instagram, Facebook. А в этом марафоне мы с вами будем учиться размещать рекламу, чтобы люди, которые в поисковике Яндекс и Google запрашивают там «Faberlic купить восьмой элемент», «Faberlic купить одежду», то есть попадали на наши рекламные объявления. Мы с вами будем учиться подбирать ключевые слова, подбирать минус-слова, делать так, чтобы люди, которые запрашивают вот, конкретно, что они что-то хотят купить в Faberlic, находили наше рекламное объявление. И такая реклама будет находиться и в Яндексе, и в Google, то есть в двух поисковиках, которые активно работают в странах СНГ. А зачем нужен такой марафон? Он нужен, во-первых, для роста. То есть вы научитесь на этом марафоне запускать не только реферальную ссылку с сайта Faberlic, но и наши реферальные ссылки на сайт TV-роста, который у нас находится, на наш сайт. Кому же он будет полезен? Да, собственно, всем, кто хочет зарабатывать. То есть он будет, наверное, не полезен только тем, кто вообще ленится что-то делать. Если вы хотите заработать, если вы хотите подняться на директорский уровень, заработать 100 тысяч, получить точнее 100 тысяч рублей бонусом от компании, поехать в Турцию с компанией за счет компании. Поэтому этот марафон как раз вот полезен абсолютно всем, кто хочет роста, кто хочет заработать деньги. Какие результаты будут у выпускников? По результату можно говорить много и долго, но здесь все зависит от того, сколько вы готовы заплатить за рекламу. Мы же рекомендуем заплатить не менее 5000 рублей. Какие результаты будут у выпускников? Результаты будут хорошие, если как можно больше вы будете вкладывать в рекламу. То есть чем больше будет регистрации, тем больше будет лояльных покупателей. И смотрите, активность на рекламе по поиску особенно высока. То есть каждый второй, третий делает заказ. То есть с этим человеком вы можете работать. Некоторые люди, вот когда приходят, они просто начинают покупать. А когда они уже приходят в статус лояльного покупателя, они могут заинтересоваться бизнесом. Почему? Потому что им понравилась продукция, они ее постоянно покупают, им легче будет продвигать бизнес, и они будут лояльнее смотреть на компанию, потому что вот есть продукт, который им нравится, почему бы не заняться и построением бизнеса. И вы здесь также можете, например, из покупателей сделать своих бизнес-партнеров, которые будут вместе с вами расти, развиваться в компании. И получится, если вы найдете 9 партнеров таким образом, и они с вами будут запускать рекламу, это уже статус элитного директора. То есть и доход от 3000 долларов в каталог. И это очень хороший доход, и это даже не ограничивается. Почему? Потому что найдя этих людей, вы не перестанете дальше работать, и будет доход расти, расти, расти. Сколько нужно вкладывать денег в рекламу? Что касается вложений, тут такой немножко сложный вопрос, потому что вот есть минимум для того, чтобы получить результаты, это минимум хотя бы от 5000 рублей или, грубо говоря, от 100 долларов. А чтобы почувствовать эти регистрации, чтобы они пошли ежедневно и чтобы действительно уже получить результат, который, ну, скажем так, вы сами действительно заметили, увидели. А что касается максимума, его нет. Дело в том, что чем больше вы, собственно, будете вкладывать, тем больше вы будете от этого зарабатывать. То есть с конверсией 40-50% мы получаем, что со 100 регистраций примерно 40 человек сделают у вас заказ. То есть представьте, объем 40 заказов вот только от новичков. Средний заказ по контекстной рекламе в районе 20 баллов. То есть умножаем 40 на 20, мы получаем сразу плюс 800 баллов только за один каталог. Это при условии, что под вами в вашей команде пока еще никто не запускает рекламу. В следующем каталоге у вас 800 баллов есть уже у той команды, которая наработана, плюс вы еще получите еще 800 от новой. И у вас может в команде появиться лидеры, как говорил Антон, которые тоже начнут включать
рекламу, и тогда скорость роста будет в разы быстрее. И, собственно, опять же таки, о чем я говорил, что чем больше, тем больше, то есть вы можете, в принципе, на контекстной рекламе даже за один каталог выйти на уровень директора, на второй каталог подтвердиться, брать все бонусы, которые сейчас дает компания, ну и, собственно, потом поехать в Турцию, конечно. Сейчас у меня возник такой внеплановый вопрос. Я так понимаю, что нужно сначала вкладывать денежки и вначале как будто бы будет казаться, что все это идет в минус, потому что заказов будет меньше, но в итоге все равно мы окажемся в плюсе. Это правильно, да, я поняла? Да, все совершенно верно. Первый каталог, он никогда не окупится, потому что ну, мы вкладываем с нуля, мы еще не зарабатываем ничего с этого. Но, тем не менее, чем больше объем структуры, тем больше процент выплаты по маркетинг-плану. И примерно уже со второго-третьего каталога можно начинать выходить в плюс. А тем более за счет того бонуса, который сейчас дает Фаберлик, 100 тысяч рублей и в эквиваленте по странам, мы, по сути, сразу выходим в плюс, как только получаем этот бонус. Притом такой весомый бонус. И помимо этого еще, если вы новичок, то можно бонус получить по быстрому старту, плюс квалификационный бонус. Так что в сумме там такой весомый плюс можно сорвать в 3,5 тысячи долларов. Это не считая зарплаты, каждый каталог минимум 500 долларов. А я еще немного добавлю от себя, то есть я даже статистику немного провел. На первый каталог, когда вы рекламируетесь, возвращается 50-60% от вложенных средств. Где-то в течение 3-4 каталогов это все окупается полностью, даже не считая премии. Угу. Очень хорошо. Когда старт? Старт у нас будет 21 октября. Какие же условия для попадания на марафон? Первое условие – это быть участником проекта Фаберлик Онлайн. И второе условие – это личный объем по 14-му каталогу. То есть, обратите внимание, 14-й каталог скоро уже заканчивается. Личный объем должен быть под 100 баллов. А эти 100 баллов вы можете сделать абсолютно любым удобным для вас способом. Это может быть как на все 100 баллов продуктовый заказ, это может быть как объединенный продуктовый и инфообучение еще дополнительно от компании. То есть, вы можете таким образом брать 100 баллов личного объема. Угу. Ну что ж, спасибо огромное за информацию. Будем участвовать в марафоне.